Drew Mother anymore. Да умри, блядь! Умри! Давай! Давай! Сюда, блядь! Да! Да, блядь! Ликвид! Домой! Домой, помой, курал! Да, конечно. Пушка, пушка, поспорим. Чё съебал? Ну что, в этот раз всё-таки welcome to international. Два раза один инт. В этот раз не будет Рамзеса, который говорит: «Еще не вечер, Толян! Еще не вечер! Теперь вечер!» Блять! Ну что, в этот раз больше эмоций, чем в прошлый раз? Я теперь боюсь, что завтра ждать. Может, очки посчитают? Вот сейчас эмоции. Первый раз почему-то не было эмоций, я как будто понимал. Бля, у меня внутри все сводит, это нормально, бля. Good job, good job. Thank you, Flynn. Thank you. Are we expecting four cheers or just one? Поздравляю. Я сейчас зарофлю, пиздец. Смотри. Смотри. Пратили? Да. Смотри. Бля, я первый раз не радовался. Я первый раз такой, ну, блядь, ну отобрались. Ну. Ты до этого не отбирался? В смысле не отбирался? В смысле, блядь? Лука, еще... Ладно, я тебя понял. Ой, блядь. Дожди завтра. Да что завтра? Да я сразу записал, блядь, только без третьего раза, пожалуйста, блядь. Блин, придется теперь еще и ликвидом много проставляться. Не, брат, мы им ничего не обещали. Они тоже, должны, тоже они факт, за себя, брат. Тоже факт. Но они сказали, что не сомневайтесь. Что-то такое. Да, Crystal Matrix сказал, что тренер. Ой, блядь, Лука, что я все на тебя наступаю? Да, наступай. Нет, ладно. Здорово, брат. Аяна. Давай, брат. Аяна. Два счетчика. Аяна? Вон Тему зажали. Все нормально. Слышков пока. Попроси их выйти. Все нормально. Окей. Thank you, на International. God bless, никаких отмены очков не будет, все будет отлично. Что сказать? Да не знаю, как-то радостно на душе. Конечно, хотелось бы, чтобы две команды победили, но такого, к сожалению, в спорте не бывает. На душе прям очень приятное ощущение, я очень рад. Очень рад, что я здесь. Спасибо, кстати, компании BadBoom, которая дала мне этот бейдж, что я смогу снимать все это. Переходите, кстати, в закрепленном комментарии, там есть 1000 фрибетов для вас, кликайте по ссылке, помогайте так каналу, это круто, очень благодарен вам, очень благодарен. Да, спасибо, что смотрите, и я, честно, просто очень рад. Уже, на самом деле, мы долго ехали, поэтому эмоции немножко не такие свежие, как были. О, он идет. Толян.
Толян, ну что, ты как? Посмотрим, надеюсь, нам конь забанит. Было бы хорошо, если бы нас не забанили от нас. Год будет, все будет. Все заварили, не забанили. В общем, спасибо, что смотрели. Ребята, все будет хорошо.